Всем привет! Сегодняшнее видео, как, думаю, вы заметили, будет из машины. Мы соблюдаем карантин и выходим из дома только погулять по делам или за продуктами. Сейчас мы поедем в аптеку. Аптека находится возле моей работы. Мне нужно забрать свой заказанный prescription, рецепт. Здесь немножко с этим интересно, потому что нельзя забрать рецепт в любой аптеке, как это, например, мы привыкли делать в Эстонии. Здесь рецепт заказывается в определенную аптеку. И у меня всегда этот заказ был сделан в ту аптеку, которая находится возле моей работы. Поэтому мы сейчас поедем его забирать. По дороге я хочу накраситься. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Интересно посмотреть, как я это сделаю. Для начала у меня уже нанесен на лице тональный крем, точнее это BB-крем. Все названия продуктов, которые я буду использовать, я постараюсь продублировать на экране, а также написать снизу в инфобоксе под видео. Поехали! Сегодня получилось, мы практически доехали до места назначения. Расскажите, понравился ли вам такой формат видео. Спасибо за просмотр. До скорых встреч.